do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they love. Кто его обидел, это остается за кадром, но он уже такой есть. Он пытается справиться с гневом, у него не очень получается. Клюв! Ребра! Улицы! Мы будем учиться справляться с гневом с помощью языка тел. Орел, цапля, павлин, воин, гора, дерево, кролик, рыба, сорочек, голубь. И, конечно, утка в прогибе. Самый быстрый, наверное, персонаж. Он очень быстро думает, быстро реагирует, быстро говорит, быстро делает глупости, но при этом он очень отчаянный и отважный. Иногда, когда я расстроен, я, как бы это сказать, взрываюсь. Ой, простите, я все испортил. Я немножко вот таким говорю, каким-то. Немножко таким, чтоб детям интереснее было. Ну, такой смешной тип, мохнатый какой-то. Такой застрессованный немного. Мы с ним в этом, по-моему, похожи. Он там все время пытается себя как-то преодолеть, он взрывается все время. И поэтому старается держать себя в руках. Приветствую! Я свинья! Что такое свинья? Прояви дружелюбие! Как ты, детка? Вот этот вот, не побоюсь этого слова, говнюк, по-другому его никак не назвать, то он обманывает бедных несчастных птичек, которым мы поверили, и ворует у них яйца. Леонард не танцует. Он вынашивает новый зловещий план. Это озеро мудрости могучего орла! А ну, вылезайте! Он очень добрый, милый, самодовольный, себялюбивый, такой мочеобразный супергерой. Ого, это он! Теперь в отрыв.